Сегодня Никита Белых подал документы в избирательную комиссию Кировской области. И пока что это первое заявление от кандидата в губернатора региона. Весь перечень необходимых документов, в том числе заявление о согласии баллотироваться на пост губернатора Кировской области, сегодня были переданы рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в региональный избирком. 10 дней дается членам избирательной комиссии на то, чтобы проверить все документы. Добавим, что избирательная кампания официально стартовала 12 июня. И пока что в рабочую группу поступило первое заявление от Никиты Белых, который на сегодняшний день временно исполняет обязанности губернатора Кировской области. Сегодня я уведомил избирательную комиссию о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Кировской области. Вы знаете, что я принял это решение достаточно давно, после нашего разговора с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, в рамках которого он доверил мне исполнять обязанности до момента выборов. Я решение принял, буду выдвигаться в качестве самовыдвиженца, но при этом надеюсь на поддержку политических партий и общественных объединений. Сейчас предстоит большая работа по сбору подписей, и избирателей, и муниципальных депутатов. Будем работать. Добавим, что до дня голосования Никита Белых продолжит выполнять обязанности главы региона, а сами выборы в области намечены на 14 сентября.